Апноэ Клаб Горький представляет. Озеро Карась, Республика Марий-Эл. Озеро Карась находится в Республике Марий-Эл в 20 километрах от Ишкралы. Данное озеро уникально. Оно образовалось 10 тысяч лет назад. Имеет карстовую природу образования. Размеры озера примерно 400 на 600 метров. Глубина озера постоянно увеличивается и на сегодня составляет 46 метров. Вода в озере чистая и очень прозрачная, зеленовато-голубого цвета. Прозрачность воды достигает 10 метров. Компанию по нырялке в этот день нам составили фридайверы из гостеприимной Казани. Здравствуй, карась! Суровые потягушки фридайвинга средней полосы. Это не похоже на Кинг-Конга. Давай, чтобы было похоже. Хорошо, попробую. Нет, не пробуй. Сделай. Mm-hmm.